Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор масла акулы. Масло акулы изготавливают из ее печени. Оно много столетий применялось рыбаками для поддержания общего состояния здоровья, лечения ран, борьбе с воспалительными процессами, проблемами с дыхательными путями и желудком. В состав масла акулы входит много полезных уникальных веществ, которых можно встретить разве что в молоке матери. Они помогают бороться с опухолями, активируя дополнительные возможности иммунной системы. В косметологии масло акулы применяется в средствах для увлажнения кожи, тонизирующих кремах и масках, и гигиенических помадах. Несмотря на огромный спектр использования масла акулы в косметике, влияние его на организм человека доподлинно не изучено. Поэтому применять его вовнутрь нужно с осторожностью и после консультации с врачом. Полезные свойства масла акулы в косметике таковы. Способствует регенерации кожи, защищает кожу от негативного влияния внешней среды, хорошо тонизирует, ускоряет заживление ран, укрепляет структуру волос, борется с бактериями и грибками. Применение масла акулы в косметике таково. Кремы для жирной проблемной кожи, эликсиры омолаживающие, шампуни лечебные, лосьоны для укрепления волос, увлажняющие средства, гигиенические помады и тонизированные маски. Вот такой бутылочке мы отправляем масло акулы нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!